Сегодня у нас отличное средство. Оно поможет в комплексном лечении в борьбе с циститом. Значит, мы сегодня будем использовать семя укропа. Покупаем семена укропа. Купите на базаре там какую-то себе там 200, 300 или сколько-то граммов. И поработайте с ним 2-3 недели. Вот так семя укропа выглядит. Мы будем делать настой из семян. Можно взять 4 ложки, вот на данную дозу, 4 ложки можно с горой семян укропа. Сразу засыпаем эти 4 ложки в наш небольшой маленький термос, пол-литровый. Заливаем 400 литрами чистой кипящей воды. Закрываем хорошо. Это идеально делать на ночь. Утром обязательно профильтровываем. Охлаждаем до комнатной температуры, а потом ставим в холодильник. 3 раза в день до еды берем наш раствор. Желательно его хранить в холодильнике не более 3 дней. Потом делаем новый. Примерно по 60-70 мл отливаем. Пить надо обязательно тепленьким. То есть отливаем в маленькую какую-то стаканчик и ставим быстро в горячую воду этот стаканчик, чтобы немножко все нагрелось. И теплым 60-70 мл натощак перед едой 3 раза в день пьем. И так работаем 3 недели.